добрый вечер, друзья. Здравствуйте, дорогие зрители и, конечно же, телезрители. А давайте поступим так. Мы будем давать вам подсказки, а вы постараетесь догадаться, какому музыканту будет посвящен наш сегодняшний вечер. Женя, начинайте. С удовольствием. Так вот, отец композитора, о котором пойдет сейчас речь, был регентом церковного хора. В этом же хоре пела и мама нашего героя. Хотя, если честно, Мария, я об этом узнал совсем недавно. Вот именно. Думаю, эти подсказки нашим зрителям никак не помогут. Ну, тогда скажу еще, что этот музыкант был к тому же блистательным пианистом. Максим Дунаевский, живший с ним в одном доме, мог, например, часами слушать, как сосед виртуозно импровизирует на рояле. Но и эта подсказка, боюсь, не спасет. Ну что же тогда еще? Может, вы попробуете? Ох, ну я бы сказала, что немного было у нас композиторов, при исполнении мелодии которых залы вставали. А когда звучали песни Туликова, такое случалось не раз. Машенька, ну вот, вы не удержались и проговорились. Виновата. Но слово не воробей. Да, наш вечер посвящается народному артисту СССР Серафиму Туликову. 2014 год – это год столетия композитора, известного в нашей стране всем без исключения. А я утверждаю, это только кажется, что песни Туликова знают все. На самом деле сегодня будет немало открытий. Разве такое возможно? А вот увидите, что я права. Но сначала нужно представить коллектив, который будет с нами весь вечер. С огромным удовольствием. Большой академический концертный оркестр имени Юрия Васильевича Силантьева. Художественный руководитель и главный дирижер Александр Клевицкий. И для исполнения моей самой любимой песни Серафима Сергеевича я приглашаю на сцену группу «Бродвей». Бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звонкие года, лужа голубых стекляшки. Незаметный взгляд, удивленный глаз и слова туманные чуть-чуть. После этих слов самый первый раз хочется весь мир перевернуть. Первая любовь, снег на провод. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, с
повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется. Повторяется такое никогда, не повторяется, не повторяется. Не повторяется такое никогда. Честно признаться, Мария, до того момента, как мы начали готовиться к нашему сегодняшнему вечеру, я ну никак не связывал авторство только что прозвучавшей песни с именем Серафима Туликова. Такой, я бы сказал, тяжеловес, локомотив, и вдруг вечный хит всех старшеклассников. К сожалению, вы не одиноки, Евгений. А знаете, я, пожалуй, даже сравнила бы судьбу этого замечательного композитора с судьбой Владимира Маяковского, который всем известен прежде всего по стихам гражданственного звучания. Но какая у поэта любовная лирика! Я бы сказал, пронзительная. И такие же пронзительные лирические песни есть у Серафима Туликова. Да и вообще его музыка чрезвычайно ассоциативна. Женя, не хотите, например, прямо сейчас проехаться в поезде дальнего следования? Почему бы и нет? Это все зависит от компании и какие будут попутчики. Попутчики замечательные. Все та же группа «Бродвей». Уходят поезда, последнюю минуту расставания. Запомни навсегда, запомни навсегда, что дружба сокращает расстояние. Если песенка понравится моя, увези ее в далекие края, далекие края, далекие края. Знакомьтесь с ней, подруги и друзья. Кончается перрон, кончается перрон, и дальняя дорога начинается. Кончается вагон, кончается вагон, колеса перестуком отзываются. Если песенка понравится моя, увези ее в далекие края, далекие края, далекие края. Знакомьтесь с ней, подруги и друзья. Я к песенке привык, я к песенке привык, и спутника в дороге нету лучшего. Со мною проводник, со мною проводник, сначала до конца ее разучивал. Если песенка понравится моя, увези ее в далекие края, в далекие края, в далекие края. Знакомьтесь с ней, подруги и друзья. Уходят поезда, последнюю минуту расставания. Запомни навсегда, запомни навсегда, что дружба сокращает расстояние. Если песенка понравится моя, увези ее в далекие края, в далекие края, в далекие края. Знакомьтесь с ней, подруги и друзья.
Ну что, Мария, по-моему, мы доехали прекрасно. Вот только вопрос, куда? Конечно, в Калугу. Ведь именно там 100 лет назад родился Серафим Туликов. И, несмотря на всю свою занятость, композитор никогда не терял связи с малой родиной и очень часто навещал свой родной город. Знаете, я сейчас вспомнила шутку известного острослова Никиты Богословского, который однажды сказал: «Туликов может писать песни даже на тексты правительственных телеграмм». На что Серафим Сергеевич ответил: «Внутренне все мои патриотические песни о Калуге и из нее». Да, все, кто знал композитора, говорят, что он любил русскую землю. Он любил не на показ, а искренне, преданно и всей душой. Серафим Сергеевич обладал удивительным качеством. Он умел писать чистые, трогательные и светлые песни, которые отражали эпоху с большой буквы. В 1976 году Серафим Сергеевич предложил ансамблю «Самоцветы» исполнить его «Бамовский вальс». Строительство Байкало-Амурской магистрали – что-то грандиозное. И вдруг вальс. Да, и при этом получилась удивительно теплая и лирическая песня, которую мог спеть каждый. Под аккордеон, под гитару или под баян, с друзьями у костра. Эту песню нам напомнит обладатель гран-при и только первых премий престижных международных конкурсов, обладатель именной стипендии Александры Николаевны Пахмутовой Николай Рябуха. Берет аккордеон, сердце замирает. Пусть плывет смолистый дым сквозь густые ветки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Беда, что сапоги выглядят немодно, но зато среди тайги танцевать в них можно. Пусть плывет смолистый дым сквозь густые ветки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Искры пляшут на ветру, вьются над палаткой. Танцплощадка поутру станет стройплощадкой. Пусть плывет смолистый дым сквозь густые ветки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Смолистый дым сквозь густые ветки. Будет самым молодым этот вальс навеки. Будет самым молодым этот вальс навеки. А
знаете, Евгений, я сейчас впервые пожалела, что не родилась в середине прошлого века. Стала бы свидетелем строительства БАМа, полета Гагарина. А, то есть такие мысли на вас, Мария, навеяла музыка Серафима Туликова? Ну, конечно. И вообще, мне начинает казаться, что раньше и родину умели любить по-настоящему, и женщину. Это что получается? То есть раньше умели любить, а сейчас нет? Ну, как-то даже ну, обидно. Да вот хоть пример Серафима Сергеевича. Он обожал свою жену Софью Яковлевну. Был предан ей всю жизнь. Говорят, в квартире композитора с утра до вечера звучало имя Соня. И на любой вопрос Туликов отвечал: «Спросите у Софьи Яковлевны. Она была со мной, все видела и слышала». Мария, вы знаете, я очень долго разглядывал фотографию этой женщины. Она была очень красивая. Такую женщину нельзя не любить и не ревновать. И любил всю жизнь, и ревновал всю жизнь. Сей факт известен из воспоминаний дочери Серафима Сергеевича и Софьи Яковлевны Алисы. В общем, Мария, как в той песне поется, которую мы сейчас услышим? Встречайте! Прекрасный тенор Александр Захаров. Серафим Сергеевич обожал народные песни. Еще мальчишкой, сидя с удочкой у реки, слушал, как поют на другом берегу Оки.
Будучи уже известным композитором, лауреатом Сталинской государственной премии, он сокрушался, что тогда в детстве у него не было магнитофона, чтобы записать все это. Затейливые были песни, полифонические, с подголосками. Как только их сами поющие запоминали, вздыхал Туликов. Зря вздыхал. Туликов ведь был потрясающим мелодистом. И это признано всеми. Говорят, он словно мантру повторял слова. Нет ничего труднее простоты. А ведь это правда. И сегодня, когда исполнители жалуются на то, что хиты исчезли во всех жанрах, они обращаются к старым мастерам. В том числе и к песням Серафима Туликова. Встречайте, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Филиппова. Кругом с лица воды не пить, но как хочется и мне красивой быть, глаза, чтоб синие, синее всех озер, а косы длинные не отвести, что взор. Все говорят кругом с лица воды не пить, ведь радость печаль не с красотой делить.
говорят кругом, слиться воды не пить. Ну, как хочется и мне красивой быть. Глаза, чтоб синие, синее всех озер, а косы длинные не отвести, чтоб взор. Все говорят кругом, с лица воды не пить, ведь радость и печаль не с красотой. Машенька, вы знаете, у Серафима Сергеевича Туликова был еще один огромный талант. Талант человеческий. Он умел дружить. Знаю. Например, большими друзьями они были с композитором Аркадием Островским. Заметьте, никакого соперничества, никакой зависти, а только восхищение друг другом и желание как можно больше времени проводить вместе. Я читал в воспоминаниях сына Аркадия Ильича, Михаила, как они на двух машинах с семьями отправились в Гагры. На горной крутой дороге почтенные отцы семейства стали вдруг на клаксонах своих побед исполнять песни друг друга. Представляю, как Туликов высигналивал. Но я думаю, что это получилось у них неплохо. Убеждена. Но особенно нежная дружба связывала Серафима Сергеевича с поэтом Михаилом Плецковским. Плецковский подарил композитору не только лучшие стихи, но и существо, которое Туликов обожал и баловал как ребенка. Карликового пинчера с уже придуманным именем Нотка. Этого песика Серафим Сергеевич как только не называл. И волокордином, и валидолом, и громоотводом. В общем, нотки сейчас будут Туликова, а строчки Плецковского. И пропоет их лауреат международных конкурсов Ольга Годунова. Чёрт!
Михаил Плецковский на все праздничные случаи писал Серафиму Сергеевичу поздравления в стихах. Вот, например, такое. «Подарила милая Калуга безвозмездно, щедро, насовсем, лично мне, соавтора и друга, Серафима Туликова, всем». А мне, например, нравится вот это стихотворение. «Туликовы, милые, вам дарю галошу я». Она чуть-чуть дырявая, но еще хорошая. Смешно. Готовясь к сегодняшнему вечеру, я переслушал большое количество песен Туликова. И мне показалось, что именно с Плецковским Серафим Сергеевич создал свои лучшие произведения. Соглашусь. И некоторые их совместные шедевры сегодня уже прозвучали, в том числе и песня «Не повторяется такое никогда». А сейчас прозвучит еще одна. И я, например, как только услышал эту песню, сразу же стал ее поклонником. Певцу, который сейчас выйдет на сцену, она тоже очень нравится. Встречайте, солист театра «Геликон опера», приглашенный артист Большого театра России, финалист проекта «Большая опера» на телеканале «Культура» Александр Миминашвили. Добры и внимательны, и стать их достойными нам выпала честь. Любимые женщины нас любят, как матери, с грехами, с ошибками, такими, как есть. Любимые женщины нас любят, как матери, с грехами, с ошибками, такими, как есть. Любимые женщины в разлуке печалятся, им снятся, наверное, тревожные сны. Любимые женщины однажды встречаются, и мы поэтому терять не должны. Любимые женщины однажды встречаются, и мы поэтому терять.
Кстати, любимые женщины поэта и композитора, их жены Лидочка и Сонечка, тоже дружили между собой. Все праздники отмечались либо в доме Туликовых, либо в доме Плецковских. Дочь Плецковских, Наталья, вспоминала, что Серафиму Сергеевичу очень нравилось, как готовит ее мама, особенно борщ. Уж как он нахваливал кулинарное искусство хозяйки. А Софья Яковлевна немного обижалась и говорила: «Сима, можно подумать, тебя дома не кормят». Михаил Плецковский рано ушел из жизни, и это стало настоящей трагедией для Серафима Сергеевича. Туликов пережил поэта на 13 лет. Но остались их песни, и они – лучшая память об этой удивительной дружбе. Встречайте, обладательница Гран-при Всероссийского конкурса вокалистов «Белла Воче», солистка Большого театра России Дарья Зыкова. Последние годы жизни Туликов много работал с Феликсом Лаубе, которого очень ценил и считал одним из лучших поэтов уходящего времени. Феликс Янович обычно диктовал свои стихи композитору по телефону. Ну, у Серафима Сергеевича тут же рождались дивные лирические мелодии. И вообще, на склоне лет Туликов в музыке стал исключительно лириком, романтиком и мечтателем. Леонид Серебренников рассказывал нам, как однажды Серафим Сергеевич пригласил его в гости и показал несколько новых песен. Певец был очарован ими и сразу же под аккомпанемент Туликова
попробовала их напеть. Эту репетицию Леонид тогда записал и уже у себя дома переслушивал эту запись каждый день по нескольку раз. Настолько ему понравилась эта музыка. Встречайте, заслуженный артист России Леонид Серебренников. Давно ищу я с вами встреч, но не о том веду при встречах речь. Шепчу, болтаю всякий вздор, веду ненужный разговор и не решусь сказать вам до сих пор. Тепло и нежность мне нужны, как пристань кораблю. Вы нравитесь, очень нравитесь, вы так мне дороги, я вас люблю. Всю ночь порой я не смыкаю глаз, а если сон придет, в нем вижу вас. А чей мне снится синева, моя пылает голова, пустоту всю ночь шепчу слова. Тепло и нежность мне нужны, как пристань кораблю. Вы нравитесь, вы очень нравитесь, вы так мне дороги, я вас люблю. Давно без вас не мил мне белый свет, и дни мне кажутся длиннее лет. Живу мечтой о светлом дне, который виделся во сне. В этом сне сказали сами мне. Тепло и нежность мне нужны, как пристань кораблю. Вы нравитесь, вы очень нравитесь, вы так мне дороги, я вас люблю. Я, признаться, очень рада, что сегодня все мы узнали непривычного для нас Серафима Сергеевича Туликова, нежного, мягкого, лиричного, а ведь таким он и был в жизни. И понять это нам в том числе помогла его дочь Алиса, которая написала невероятно теплые воспоминания об отце. И выпустила книгу «Жизнь, прожитая не зря», в которой люди, близко знавшие Серафима Сергеевича, рассказывали о нем с огромной любовью и уважением. Алиса Серафимовна Туликова сегодня с нами в этом зале. И все-таки мы подумали, что будет правильно завершить этот вечер самой известной песней композитора, которая для меня лично всегда звучит как гимн. Широкая, мощная, распевная. А мне думается, что все творчество Серафима Сергеевича – это мощный гимн родной земле. Согласен. И хочу сейчас пригласить на сцену артиста, которого все чаще называют «голосом российской армии». Ух ты! Встречайте, солист ансамбля «Песни и пляски российской армии» имени Александрова Борис Дьяков.
Мы благодарим всех, кто разделил с нами в этот вечер радость от встречи с песнями Серафима Туликова. Спасибо и нашим замечательным артистам. И нашей прекрасной публике. Через неделю встретимся вновь. Чтобы вместе мечтать, вспоминать и наслаждаться романтикой романса.